Пришельцев наткнулись на мега крутую сенсацию. Мы засняли, как инопланетяне за нами следят, как они перед нами появляются, как они нас облучают. Это настоящая сенсация. Смотрите на этот огромный корабль, который появился ниоткуда. Он просто раздвоился у нас на глазах. Порядка 30 летательных неопознанных объектов летало вокруг нас. Настоящая сенсация. Прём дальше, смотрим, комментируем. We'll be right back.
луковицы по инопланетянам, получили вот такие. Сериал «Охотники за сокровищами инопланетян» решился. Я уже на месте их базового лагеря готовил огромный древний артефакт. Они делали людей из зомби, которые в базе. Каким образом? Высверливали дырку в череп человека и питались ему мозгом, и получается, таким образом заливали потом жидкость, человек становился зомби. Этот артефакт был выкопан нашей командой, которая после этого столкнулась с инопланетянами. Смотрите наши предыдущие серии. Это настоящие сенсации от команды, которая занимается охотой за сокровищами инопланетян, и, конечно же, за инопланетянами. Давайте присылайте свои видео, если у вас есть истории, будем вместе с вами заниматься поисками таких страшных. Охотники за сокровищами пришельцев обнаружили этот древнейший артефакт. Когда мы попали на базу, где инопланетяне занимались раскопками, скорее всего, они пытались найти древнейшие... Они пытались, скорее всего, найти древнейшие артефакты, возможно, которые были спрятаны другой внеземной цивилизацией. На них работали солдаты с Первой мировой войны, там и немцы, и украинцы, и россияне, и белорусы, и австро-венгры. Это можно перечислить очень долго. Что они делали? С этих солдат они делали зомби. Каким образом? Вот этим огромным, страшным инопланетным сверлом они... просверливали в задней части головного мозга отверстие, выкачивали, выпивали мозг и потом заливали специальную жидкость, которая полностью человека превращала в зомби, который только работал, еще раз работал. Они очень много там прокопали. Сейчас, когда наша команда охотников за сокровищами пришельцев приехала туда, мы обнаружили сильный сигнал импульсный, который полностью выбивает наше поисковое оборудование, но мы понимаем, что там, скорее всего, находится инопланетный корабль.